Мы здесь находимся в заповедник Напк. Это очень красивый заповедник после заповедника Рас Мухаммеда на Южном Синае. И здесь очень много мангровой рощи. Вот перед нами это мангровая роща, очень много. Это вот то, что торчит, это корни мангровой рощи. И здесь очень много разных птиц, очень много животных. И самое интересное здесь корабль, который утонул здесь, корабль называется Мария Шрудер. Это немецкий корабль, утонул в 1956 году. Просто мотор сломался и корабль утонул. Там было 16 человек, но всех спасали. И до сих пор стоит здесь, и некоторые там ныряют. Поэтому место очень красиво, стоит посмотреть. Заповедник Напк. Как видите, очень красивый заповедник. Давайте, мы ждем вас здесь в гости, и я, конечно, буду здесь вашим гидом. Ждем вас.